Вот вы выбрали, чем планируете заниматься. Разрабатываете сайты, настраиваете рекламные кампании на заказ, пишете крутые тексты. Нужны первые клиенты, первые отзывы, первые кейсы и первые деньги. Важно понять, что найти удаленно в интернете себе первого клиента и с ним начать зарабатывать – это абсолютно просто. Я в этом примере буду обозревать, как найти себе клиента на настройку рекламы Facebook и Instagram, но это также относится к любому делу, которым вы занимаетесь. Начали вы делать сайты, рекламу настраивать, лить трафик, делать баннера или писать классные креативные тексты. Наконец-то 5 способов найти себе клиента без вложений. Под эту механику подходят все удаленные способы заработка, неважно, чем вы решили заниматься. Если вы все еще не знаете, чем решили заниматься, то я делал отдельное видео о топ-5 способах заработка в интернете. Сейчас и интерфейс рекламного кабинета в Фейсбуке намного проще, и клиентов, которые понимают ценность настройки рекламы и готовы за это платить, гораздо больше. И в этом видео я пошагово покажу, как найти себе первого клиента, который вам заплатит деньги, и причем при этом найти его без вложений. Первое – это мероприятие. Офлайн или онлайн ивенты, на которых можно познакомиться с десятками, сотнями своих заказчиков потенциальных. У меня миллион историй, когда мне звонит клиент и говорит: нужна срочная настройка рекламы, вот тебе деньги, погнали. Я говорю: кто вы, откуда вы? И он мне отвечает: я не помню ни его, ни мероприятия, на котором мы с ним познакомились, но этот человек завтра мне платит деньги за мои услуги. Клиентов 10 в месяц примерно из всех — это люди, с которыми познакомился на бизнес или арт-мероприятиях, которые ко мне обращаются и за моими услугами, и за консультациями платят деньги, хотя мы познакомились в неформальной обстановке. Этот ряд мероприятий есть, и, кстати, мы его разбираем на бесплатном мастер-классе в описании под этим видео. Регистрируйтесь, приходите. Второе – это социальные сети. Очень недооцененный с точки зрения там начинающих людей источник найти себе клиентов. Это группы, чаты и просто посты в ваших социальных сетях. Если вы все еще не знаете, чем решили заниматься, то я делал отдельное видео о топ-5 способах заработка в интернете. В чатах предпринимателей я регулярно вижу запросы на самые различные настройки рекламных кампаний или фриланс-работу. Откройте такой любой чат, там живые объявления людей, где предприниматель готов платить, ищет себе специалиста. И вы можете откликнуться на этот вопрос, написать ему в личку, и вот вам готовый клиент, на который вы потратили 0 вложений. Главное не сидеть сложа руки. Если вас рекомендуют или вы видите такой запрос, сразу пишите ему в личку, задавайте ему вопросы, что у него за бизнес, что за проект, на что именно нужен настройка рекламной кампании или какой запрос. Закрывайте этот запрос, предлагайте оффер и работайте. Этому, конечно, вам понадобится навык коммуникабельности и продаж, кстати, которому мы его обучаем на нашем обучении. На нашем курсе. Третье – это ваша база контактов и знакомых. Я регулярно даю задание ученикам написать своим друзьям и знакомым, выбрать 10 контактов и написать следующее сообщение. Привет, мое имя так-то, так-то, я занимаюсь настройкой рекламных кампаний Facebook, Instagram. Возможно, тебе нужен поток клиентов в твой бизнес или проект. Если человек отвечает нет, следующий вопрос – возможно, ты можешь кого-то порекомендовать, кому он нужен, или знаешь кого-то, кто предприниматель. Четвертое – присоединиться в уже работающую команду профессионалов. Вы, если промониторите WorkUA, RobotUA, HeadHunter, или просто напишите точно так же знакомым, вы можете найти команду профессионалов, например, арбитражную, которым нужны люди в команду. Вы будете, да, там выполнять простую рутинную работу, но при этом вам будут и платить, вы будете и получать опыт, еще и тренироваться на чужих клиентах. Таким образом, найдя такую команду или проект, или вакансию, на которой не требуется опыт, вы можете получить и заработную плату, хоть и небольшую, да, на стажировке, и опыт работы с реальными клиентами, и еще и тренироваться на бюджетах уже работающей компании, успешной, и потом эти себе кейсы брать в портфолио. Чего только стоит зайти не в пустой рекламный кабинет, а в кабинет, в котором потрачено уже сотни тысяч долларов, где есть и креативы, и аналитика, и огромное количество тестов, которые применили профессионалы, и уже на практике это все попробовать, увидеть, как люди создавали аудитории, как они это все тестировали и настраивали, и уже потом от этого, не от пустого кабинета, а от этого опыта оттолкнуться уже в самостоятельном пути. Пятое – идти работать за кейс. Чего стоит один клиент с громким именем у вас в портфолио? Жирный, вкусный клиент, который, когда люди будут видеть ваше портфолио, будут сразу понимать, что обратились к профессионалу. В нашем менталитете люди и предприниматели в том числе любят, когда им что-либо делают бесплатно. Поэтому пойти и первому клиенту своему сделать рекламную кампанию бесплатно, но за отзыв или за рекомендацию, или вы эту работу упакуете в свой классный кейс, сделайте это, и вы уже будете начинать
приходить к новым клиентам и показывать, я не ноль, у меня уже есть опыт, есть отзыв, есть рекомендация и так далее. Прямо сейчас напишите список компаний, которые таргетируются в Facebook, Instagram, за которыми вы следите, или чьи рекламы вы видели, и с которыми вы хотели бы работать, напишите им. Настройте бесплатно, уже получите от них отзыв. Выполните задание, откликнитесь на вакансии, в которых не требуется опыт, работайте, зарабатывайте. Вам не нужно тратить 7-10 лет на обучение, как в медицине. Вам не нужно обретать какую-то команду, чтобы начать зарабатывать. Этот огненный способ заработка, который вы, выполняя простые шаги, уже обретаете фундамент, ступеньку к большим доходам. Или не надо никому писать, никому звонить, не работать ни на кого бесплатно. Сделайте себе самому то, что будете в будущем делать клиентам. Настройте себе самому рекламную кампанию и таким образом найдите клиента. Сделайте кейс из самого себя и тем самым научитесь этому способу заработка и еще и найдите клиента. После того, как вы нашли себе первого клиента, важно теперь ему сделать настройку рекламной кампании. Там будет лайк, поставь, подпишись на канал. Все.